Двухэтажные дома в центре города Видное построили еще в начале 50-х годов прошлого века. А около 20 лет назад эти здания признали ветхими. Ждать расселения пришлось очень долго. Лишь в прошлом году жители дома номер 6 получили квартиры в новостройках. А обитатели соседних домов теперь наблюдают, как в опустевшем здании собираются неизвестные люди. Распивали вот напитки вот здесь вот. Мы их с той стороны дом, с этой стороны мы их, ну, немножко это, говорили, что вы здесь находите. Вроде ушли, но ночью не углядишь. Два раза этот ломали двери, теперь уж когда вот заварили, тогда вроде с этой стороны. Вот как заварили, теперь начали с той стороны, вот даже на второй этаж умудряются залезать. Ольга Ефремова, старшая по дому номер 8 по строительной улице, рассказывает, что уже неоднократно вызывали полицию, а также обращались с жалобами в администрацию. По их просьбе на первом этаже расселенного здания заколотили окна и заварили входную дверь. Но посторонние лица все равно находят лазейки, чтобы попасть в опустевшее помещение. Человек 6, наверное, они собрались на окошечке выпивать. И, в общем, сброд весь собирается, кому не лень. Вот, кому-то в туалет надо, кому-то чего-то. Все ищут место здесь у нас почему-то. Я не знаю, почему. И вот, конечно бы, недурно бы его, либо что-то с ним сделать. Вот хорошо, что его забили. Все равно лазят через ту сторону, лазят сверху. В управлении земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа нам пояснили, что управляющая организация МУП УК ЖКХ провела консервирование расселенного аварийного здания. Вопрос его сохранности и ограничения в него доступа взят на контроль. Пока не принято никакого решения по дальнейшему использованию помещений. Но поскольку здание находится в зоне исторического центра города, строительство сооружения с иными параметрами на этом месте невозможно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.